Здравствуйте. Британские ученые сделали вывод о том, что женщина может хранить секрет в среднем 47 часов 15 минут. Женщины делятся своими секретами в основном со своими бойфрендами, с мужьями и с матерями. Но при этом они считают, что не выдают секреты, потому что делятся этим с людьми из другой социальной группы. Скажите, в чем причина такого поведения женщины? Выдает секреты свои? Да, не держит. Больше 48 часов не может держать. Во-первых, она не чувствует, что эти люди от нее оторваны, что они чужие. Она относится к ним как к себе. И поэтому, делясь с ними, она как бы просто еще раз переживает этот секрет внутри себя. Она не представляет, что это все сейчас пойдет дальше и где-то разнесется по всему миру. Вот. Это первое, то, что я могу сказать. Откуда такая потребность у женщины? Именно? У женщины потребность делиться с остальными, потому что это исходит вообще из женской потребности разговаривать. У мужчины они более, так сказать, сдержаны, чем женщины. Потому что женщинам необходимо получение информации, получение ощущения, получение наполнения. Женская часть человечества и вообще мироздания, она создана получать, поглощать, впитывать в себя. Мужская часть создана эманировать, отдавать, наполнять. И поэтому у женщины от недостатка вот этого вот внешнего наполнения происходит такая вот реакция, когда она выдает из себя. И таким образом, как бы еще раз переживая, самонаполняется. Это от того, что мужская часть их не наполняет, так? Да, в основном. Самонаполняются? Да.